такие ниндзя? Это незаметные люди. Это древние китайские воины, обладавшие большой силой. Тренируются воевать, то есть управлять мечами. Учатся терпеть. Ловкие очень и быстрые. В какой одежде они ходят? Черное что-нибудь чем-то красное. Зеленое. Я их никогда не видел. В такую черную одежду, и чтобы у них было только видно глаза. То есть они вот так вот прям все свое тело вот так вот обкутали, вот эту черную одежду. И вот так вот. Зачем? Интересно, зачем? Чтобы противник их не увидел. Потому что они все свои дела делали ночью. А ночью все темно, и черный костюм сливался с атмосферой. А где они живут? В какой стране? Не знаю. Китай. Ниндзя живут в Египте. В Японии. Япония. Япония. Япония, Китай. Я думаю, что в Японии. А как с ними можно встретиться? Нет. Только если там специальное здание зайти, когда там будут тренировки идти, тогда там можно увидеть ниндзя. В Японии вроде даже есть такой город, где посвященный именно ниндзя. То есть там они тренируются, живут. И там есть парк. Там есть парк, музей и разные... Всякие достопримечательности. И всякие ниндзёвые штучки. Как думаете, они хорошие или плохие? Я думаю, что они хорошие. Я тоже так думаю. Ну, хорошие. Когда как. Если они пойдут в разведку к нам, то они плохие. А если кому-то другому, то ладно, давайте. Хорошие. Хотите. Ну, смотря когда. Если надо какой-нибудь врага раз-два, то это хорошие. Если защищают, то хорошие, а если нападают, то плохие. Ну да. Если враги разыщают, то хорошо.